Владимир Овчинников – известный пианист современности. Он часто посещает разные музыкальные школы страны. В Одинцовском районе он впервые. Очень хорошие условия. Я вот смотрю на технические условия, на классы, на инструменты. И должен сказать, что я очень просто под большим впечатлением и очень доволен тем, что я сюда приехал. Зареченская школа искусств была выбрана не случайно. Среди выпускников заведения немало известных музыкантов, да и юные пианисты показывают отличные результаты в учебе. Я просто действительно был и на открытии вот этого центра «Сириуса» в Сочи, и в других центрах, и в других школах. И должен сказать, что вот уровень вообще и технической оснащенности, и, так сказать, педагогического состава здесь один из самых-самых высоких. Поэтому я желаю этим детям вообще вот сильных впечатлений, которые они здесь получают на всю оставшуюся жизнь. Вот. А педагогам любви, детской любви, любви их родителей и больших успехов. Владимир Павлович прослушал игру пианистов и не смог удержаться, чтобы не коснуться клавиш. Уверен, что это первая, но не последняя совместная встреча. У учеников Зареченской школы большой потенциал. Подобные мероприятия нацелены в первую очередь на поиск новых имен. Возможно, кто-то из этих ребят в будущем станет известным музыкантом и прославит родную землю. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».